Итак, всем привет! С вами снова Владислав Родионович. И сегодня мы проверим еще разок. Что будет, если в кипяченое масло, которое я налил уже в сковородку, прыснуть обычной водой? Сейчас я подожду, пока масло нагреется, и мы продолжим наш видеоролик. Итак, друзья, прошло около 7 минут. Но наша сковородка, по-моему, вроде все еще не закипела. Но пока я жду, пока масло закипит. А, вот, по-моему, камера может не передавать, но, по-моему, уже появился какой-то дымок, и она начала трястись. Я вот думаю, как мне наливать туда воды. Ну, я, наверное, просто возьму кружку. Налью в нее воды и с расстояния плесну его туда. Надеюсь, то, что я не пострадаю. До связи. Итак, дорогие друзья, прямое включение с кухни. Если вы, как вы можете видеть, то со сковороды уже идет дымок. Итак, сейчас я беру кружку. Закрываю дверцу шкафа. Наливаю туда воду. Итак, дорогие друзья, все уже готово. Вода, кипяченое масло. Я надеюсь, то, что я не пострадаю. Итак, на счет три. Раз, два, три. Ебать! Ёбаный в рот! Ёбаный в рот! Ёбаный в рот! Блять, мама! Что мне тебе, мамочка? Мама! Блять! Блять!